О, святая и предвечная спасительница человеческой расы! Воспеваемая силами свыше и почитаемая силами внизу. Ты, установившая орбиту, по которой вращается Земля. Ты, источник солнечного света и правительница Вселенной. Тебе подчиняются звезды. Ты заставляешь сменяться времена года. Ты радость богов и госпожа стихий. По твоему велению дуют ветры, облака приносят дожди, и семена пускают ростки. О, священный лабиринт! Я слышу твою сакральную, целительную мелодию. Ты — сокровенный путь в лоно Великой Матери, чье имя — Истина. Веди меня к ней. Я звезда, что восстает из моря. Я приношу людям сны, что правят их судьбой. Я вздымаю лунные силы, приливы и отливы, что приходят и уходят попеременно. Это мой секрет, который принадлежит мне. Я вечная женщина. Я она. Приливы и отливы человеческих душ
принадлежат мне. Из моих рук человек принимает свою судьбу. Прикосновение моих рук дарит людям покой. Исида на земле и на небе, Персифон, лунная Диана и Геката, Исида под вуалью, морская Афродита, это все я. И они во мне. Я слышу слова призыва, слышу и внемлю. Исида, Исида, прекрасная богиня неба, прекрасная зажигаю свечу на алтаре, твою честь. Я зажигаю свечу на алтаре, прекрасная богиня земли, прекрасная богиня дыма, благовоний волны плывет, прекрасная богиня. Это мой дар тебе, сладкий дым благовоний. Это мой дар тебе. Волнами плывет прекрасная богиня вселенной. Тебе пристаешь за мной, как золотое пламя. Пристаешь за мной, как золотое пламя. Своя богиня, изменяешь меня крылом. Крылом встаешь за смиренно склоняюсь перед тобой. Смиренно склоняюсь, Исида, великая матерь, прекрасная богиня. Мои руки воздеты к тебе, я взываю, руки воздеты к тебе, приди, о великая прекрасная Исида, приди во славе своей мощи, приди во славе своей мощи, мои руки воздеты, позволь краю твоего одеяния твоего коснуться, о великая и прекрасная Исида. Великая богиня своей мощи и любви. Мир, 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 мир,
Каосикин. Нук осы. Само блаженство — это ты. От прикосновения твоих легких, неземных одежд я вхожу в надмирный транс и возношусь в небо, в небо, в небо. Небматхи ритун, небехтики сумен нет. Ренкао сикхема, нукуасе, нитанха, сипедет хатхор петем хрум.
Матхи Риде Ритум. Не пехтики сумен мне. Ренкао Сихема. Ну, Куасе. Не танха. Сипедет хатхор пертем хру. Отныне я расправляю надежные крылья, несущие меня в космос. Я не боюсь преград из хрусталя или стекла. Я рассекаю небеса и воспаряю бесконечность. Пусть воздвигнется для тебя небесная лестница, ведущая к месту, где находится Орион. Небесные тростниковые лодки спущены, чтобы ты мог перебраться к горизонту Гарапти на далекую восточную сторону неба. Звездные врата открыты для тебя. Пусть же лестница к Дуату поведет тебя в то место, где находится Орион. Двери небесного свода распахнуты на рассвете. Звезда Сотис освещает небо на востоке. Небесные тростниковые лодки поданы мне, и с их помощью я могу отправиться к Ра. Извилистый водный путь разливается, и я могу переправиться на горизонт в Гарахте. Ра взял меня к себе на небо, на восточный край неба, в то время, как эта звезда, которая освещает небо, есть моя сестра Сотис. Я плыву на солнечном корабле Ра в звездный Растау, Дуат. Thank you.
Я вступил на дорогу Растау. Будь она на воде или на суше, это дороги Осириса, Ориона. Я прибыл в это место, более славное, чем любое другое, потому что тростниковые плоты неба были спущены для Ра, чтобы Ра мог пересечь на них Гарахти на горизонте. Небесные врата горизонта открыты для тебя. Можешь перенестись на небо, ибо дороги небесных просторов, ведущие к гору, свободны для тебя, ибо ты пересек извилистый водный путь, который находится на севере неба, как звезда, пересекающая море, которое находится под небом. Дуат взял твою руку в том месте, где находится Орион. О, царь, небо зачинает тебя с Орионом. Небо родило тебя с Орионом. Стань душой, как живая звезда. Я не поверну назад от врат Дуата. Я восхожу на небо с Орионом.
ибо я первая и последняя. Я почитаемая и презираемая. Я блудница и святая. Я жена, и я дева. Я мать и дочь. Белые крылья, парящие в воздухе, огромной птицы искрились всеми цветами радуги. Она застыла над зеркальной гладью широкого озера цвета старой бирюзы. Любуясь своим отражением в воде, отражение парило вместе с птицей, потому что четырехмерность пространства позволяла объемно ощущать окружающий мир и перемещаться вместе с его формами реальными и иллюзорными свободно в любом направлении, исчезать и вновь появляться. Изис, Осет, Аст, наконец-то свободна, как птица. Она и вообразила себя волшебной птицей и тут же взметнулась в небо. Персефона, Диана, Мария, изменчива, как море, Иштар, Кибела, Афродита, прекрасна, как юное мироздание, София, белая Тара, Майтрея, мудра, как вечность, Шакти, Хатхо, Лакшми, сладка, как Амрита. Сейчас она белая птица. В размахе крыльев походит на одну из небесных космических виман. Свободно и самодостаточно, величественно плывет над землею, купаясь в живом золоте дышащего пространства. Она вдохновенно погрузилась в самое себя. Ничего, кроме полета. Только свободный размах крыльев и парение. Я свободна. Я Матерь мира. А мир, мое наивное и милое дитя, чист, как белый лист бумаги. Нет зла, насилия, пороков, нет мыслей и голосов, и только белый шум природы. И ощущение всеединства Творца и творения. Все исполнено вселенской любовью и истинной радостью, ибо порядок, чистота, гармония утвердились в сфере преображенной планеты. По-иному течет время. Или его отсчет еще не отмеряется человеком, потому что никого нет, кроме белой парящей птицы.
И только первая и вторая октава шестого уровня сознания, стихиали, камни да растения с насекомыми, образуют вибрационный фон на планете. О, идиллия космического океана, небесного духа, солнечного сияния, лунного магнетизма! Как чудодейственно благоухают цветы на первозданных, некошенных лугах! Как весело жужжат пчелы, собирая чистый нектар, а воздух источает ароматы дикого меда. Еще не появились животные, еще не воплотился человек. Только золото, лежащее на поверхности земли, самоцветы, кристаллы и пышный разнотравный ковер с мелкими жучками, пчелами и яркокрылыми стрекозами. Изис поднялась высоко над скалой и затем плавно спланировала прямо на вершину, подобную усеченной пирамиде. Аумра! Пропела Исида, и воздух завибрировал, звуки превратились в разноцветные колечки и полетели, обращаясь в шарики. Ура! Коридор светящихся колец образовал тоннель в иное пространство, и Изис тут же оказалась в своей хрустальной сфере в центре Ориона. Тонкое оплечье из алмазной пластины светилось изнутри от вращения сетки отшлифованных кристаллов, которые вибрировали и издавали нежную мелодию светового поля. Это дополнительная защита от разночастотных вибраций окружающих обитателей Ориона. Сандалии из чистого алхимического золота, ножны и две пары ручных браслетов защищали Изис от перегруза гравитационного поля планеты, потому что на Орионе она появлялась в критические периоды Солнечной системы. И ей приходилось сдерживать абсолют излучений собственного биополя, чтобы не облучать орионцев и не навредить своему здоровью, соприкасаясь с низшими потоками. И только в своей духовной сфере, в своем истинном доме, Матерь Мира становилась абсолютным источником света, самодостаточным и непостижимым, ни единым существом на свете. Она и сама не может себя постичь, потому что постоянно иная и самосотворяющаяся предвечная Матерь всего сущего Аум-Ра. На Орионе есть Он, ее вечный, возлюбленный
Хорос. Это ее супруг, сын и отец одновременно. В таких ипостасях является Хорхосу и его возлюбленная Изис. «Моя истина», — зовет ее Хорхос, «потому что Аст — это и есть Ист, истина, или ее естество. А истина называет своего возлюбленного золотой, свет, солнце, потому что Хор — это и есть золотое солнцестояние. Это изначальный свет и высший принцип всего сущего. Ее идеальный возлюбленный, сын, супруг, отец – Осирис. Здесь находится и Сет Тифон, предвечная сила хаоса, постоянно борющаяся с Осирисом. И хотя он слуга Великой Матери, все же не желает иерархически подчиняться Осирису, считая его своей противоположностью. Но Сет Тифон будет существовать до тех пор, пока человечество не обретет вековой опыт и мудрость жизни на Земле. На Орионе Тифон. Сама кротость в ожидании указаний Великой Матери испытать какую-нибудь обитель с несовершенными душами. И хотя его приемы жесткие и хаотичные, испытания закаляют и помогают душам быстрее эволюционировать. В этой роли Тифону предстоит пребывать до полного совершения мироздания. А пока Земля преобразилась в богиню, и человечество шестой расы еще не заселило очищенную гигантским катаклизмом планету. И ему, Тифону, еще придется через некоторое время совершить свое вторжение в земную обитель. И потрясти еще человеческий род. Так, из эпохи в эпоху его роль не меняется. Так же, как и роль великой Исиды Сотис и ее супруга сына отца Осириса. Только вот он, Тифон, оказывается более приспособленным в материи, нежели духовный Осирис Хор. А вот Аст сильнее его, побеждает его сполна и постоянно, несмотря на хитрость Тифона и нежелание подвергаться такой бесславной участи. Но на Орионе все же Хорхос, Исида Сотис, Тифон Сет и Белое воинство чувствуют себя защищенно. Почти как дом. Именно Орион стал обителью звездных богов после вторжения темных сил в сферу Земли и ближайшие звезды и планеты Солнечной системы.
несмотря на то, что Матерь Богов непостижима ни одним смертным и обитает в духовном плане, ей, вселенской труженице, приходится постоянно быть участницей космической драмы мироздания. Кисиде из эпохи в эпоху также приходится отыгрывать жесткий сценарий борьбы добра и зла во Вселенной, исполняя при этом главную роль надмирного щита сил света. Великая Матерь с 10 000 имен обязана пребывать на Орионе целую эпоху и напрямую подпитывать энергетику богемы, пока человечество окрепнет и возрастет до 7-го уровня сознания, уровня 7-й раз. На Орионе время течет по-иному. Исида может одновременно пребывать в разных сферах. В тонком теле она переносится в духовный план, изредка навещает Сириус, кружит белой птицей над богемой землей. В системе Сириус она находилась после гибели Атлантиды, когда завершила свое время 4-й раз. Именно тогда, 13 000 лет тому назад, после катаклизма, во главе звездной иерархии, она прилетела с Сириуса на Вимане вместе с Осирисом, Тифуном, Тихутией и Гором на Землю в качестве основателей новой цивилизации 5-й расы. Тогда на 30-й параллели планеты Земля было заложено основание мощной инопланетной культуры, вмещающей в себя всю духовную мудрость. Возведя великую пирамиду Ас, Исида, Осирис и Тот оставили человечеству небесные ключи к распознанию самих себя. Но люди не воспользовались космическими знаниями и снова довели планету до гибели. Исиде вновь пришлось явиться на планету Земля в качестве Матери Мира в конце времени 5-й раз, самой падшей из рас человечества. И хотя космическая драма повторилась вновь, истинные знания, которые Великая Матерь открыла зрячим, стали фундаментом 6-й расы и помогли планете Земля совершить квантовый скачок в новое измерение, в новый уровень сознания. И явилось на небе великое знамение.
жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли ему рождения. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Мир не принял, не осознал, а силы тьмы с помощью Сета, который снова предварил Исиду в новом ее воплощении, упрятали ее вместе с младенцем Гором в темницу. Кромешная тьма окутала головы земля. Вступил во власть свою Тифон в качестве Гактунгра, князя тьмы. Возненавидел мир и увлек его в бездну. И намерено было вложить в образ зверя, чтобы образ зверя не говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что все малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку и на чинок. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его, число его 666. Не зная своего Спасителя, миллиарды землян превратились в рабов тьмы, окунувшись в моры, глады, болезни и дикий ужас существования. И лишь 144 тысячи преданных воинов света обрели зрение и жизнь вечную, познав великую Матерь мира. Сии, облаченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца.
преодолев все испытания мира, Великая Матерь вместе с сыном Хором завершила свой путь на земле, профохотизировав ее эфиры для новой шестой расы землян. Она оставила миру последний третий завет любви и мощную надмирную культуру. Она победила князя тьмы, пройдя через бездну и озарив все сущее светом Христа, Хорста, Солнца, Света, Ра. Света, Ра. Света. Я Исида. И я вышла из тюрьмы, в которую заключил меня мой брат Сет. Ведь бог Тихути, великий бог, вождь Маат, как на небе, так и на земле, сказал мне: «Иди же, о Исида, богиня, сокройся вместе с твоим сыном-младенцем, и это придет к нему». Его члены выросли, и двойственная сила всякого рода вселится в него. И будет он посажен на трон своего отца. Ты, воскресившая то, что недоступно бессильному, получившая его семя и зачавшая отпрыска, вскормившая его в одиночестве, когда никто не ведал, где он, где он, где он, где он. Я, твоя сестра Изида, нет бога или богини, кто смог бы сделать то, что сделала я. Я. Я сделала то, что положено мужчине, хотя я женщина, чтобы дать твоему имени жизнь на земле, чтобы твое божественное семя было в моем теле. Чтобы дать твоему имени жизнь на земле. Жизнь на планете Земля возрождалась. Шестая раса постепенно заселяла обновленную планету. Пышная природа, прозрачной чистоты воздух, родниковые водоемы, сквозное пространство, два солнца. Земляне передвигаются по воздуху,
левитируют, трансформируются, телепатически общаются между собой, знают законы света и звука, возводят города сферы, терема, пирамиды, в которых обитают, не зная болезней и страданий. Планета дышит изобилием и гармонией. Духовное государство с единым законом любви, единым языком живет полноценной жизнью, впитывая культуру Матери Мира. Жречество славит Великую Матерь. Драгоценные камни лежат под ногами. Люди ни в чем не нуждаются. Космос открыт. Возобновляются межпланетные перелеты. Взаимное космическое содружество. Планета излучает золотоносную духосветную энергетику. Человеческая жизнь равна тысяче лет. И это не предел, а только начало духовной эволюции землян. Пока жизнь на планете Богема возрождалась, Орион внимательно наблюдал за новой жизнью преображенной Земли, вошедшей в четвертое измерение. Богема расцветала пышным садом. Шестая раса начала свое вращение в коловрате Вселенной. Под белыми крылами, любящий свое творение, Великой Матери Сва. Я стою очищенный в свете Исиды. Твой свет течет во мне и через меня. Свет Исиды прикасается к моей голове. Да буду я един с Божеством. Свет Исиды прикасается к моему лбу. Да станет ясным мой разум. Свет Исиды прикасается к моему горлу, да будет правдив мой голос. Свет Исиды прикасается к моему сердцу, да будет любящей моя душа. Свет Исиды прикасается к моему животу, да будут верными мои инстинкты. Свет Исиды прикасается к моему лону, да будут праведными мои желания. Свет Исиды прикасается к моим ногам, да будут благословенны мои пути. Свет Исиды прикасается к моим ступням, да будет твердым мой шаг. Свет Исиды прикасается к моим рукам, да будут мои труды приятны Богине.
Прибудь со мной, Исида. Дай мне приобщиться к славе Твоего света отныне и во веки веков, и во веки веков, и во веки веков. Царицы небесной, вселенской любви. Ура! Слава тебе, древнейшая Матерь Мироздания, богиня, у которой 10 000 имен. Да исполнится твоя воля, да наступит твое царствие света, царствие вечной любви. Ура! Слава! Ура!